окошко, которое дает тепло, когда холодно. Вот, а тут спят люди. У кого нету, вот, например, света, газа, ничего нету. Кровать, вот можно расстилать. Угу. Вот уже показаны расстелены. Тут я спала, вот памятки у нас лежат, пожарной безопасности. Ага. То есть вот приходят люди, им отдают. Вот они вот так. Ага. Вот, приходят, им отдают, чтобы они знали. Пожарная безопасность – это самое главное. Тут у нас будет столовая, ну, кушать тут. Вот тут вот чайник, кружки. Вот, чтобы для интерьера украсили цветами. Вот тут соль, перец и сахар. Студия, печка. Печка такая. Я залазила мне крышу. Вот туда, чтобы открыть окно, чтобы не мешало ничего. Тут вот печка, вот она такая маленькая, но греет тепло. Тут есть вот ложки, вилки. Вот тут вот такая вот еда, питание. Вот, посмотрим, что тут есть. Вот это все есть в этой коробке. Вот это вот все. Вот. Тут, конечно же, можно играть, чай, кофе пить.